Всем привет! Продолжаем проходить Far Cry. Так. Привет тебе. Надо мне сбегать сюда, посмотреть, что здесь. Что-нибудь я могу улучшить. О да, вот и ты. Сибуал ты культуа. В такие дни я рада, что еще могу улучшать. Сад могу улучшить. Меня позвали, и я пришла. Слава богу, после той атаки хоть что-то уцелело. О, можно листики пожевать. Так, надо у тебя задание взять. Бывают утиль на острове посреди озера. Думаю, они заодно следят за новым Эдемом. В общем-то, плевать, что они там делают. Пожалуйста, избавься от них и забери Итану. Так, испытание. А, навыки надо посмотреть. Давай его прокачаем. Испытание. Огнемет. Вот, мне надо первого уровня купить огнемет. Вот он. Потом. Дубинка. Я человек в дубинке убить, офигеть. Первый уровень. Так, снаряжение, что у меня там? Персонаж. Прикольно, штурмовая винтовочка. Так, обменяем. Все отлично. Так, карта. Что у нас, какие задания есть? О, вот сюда вот можно нарваться. Журнал. Давайте попозже вылазка. Давай вот сюда, да, нападем. Есть смысл. Так, кого мы с собой возьмем? Навыки. Тайный состав отряда. Давай. Горацова возьмем. Береги себя, малыш. Откройте ворота. С близнецами шутки плохи. Боже. Надо тачку себе заказать. Квадрик.
Горацио, мой личный охранник. Так, все отлично. Че, испытание пошло? Испытание. Тяжело, конечно, будет этим огнеметом убить, но ладно. Хорошо, братишка, ты как? Нормально. Так, испытание идет. Свои. Что, поехали дальше? Там патроны нужно затариться. У меня есть то, что тебе нужно. Если бы вы с Рашем не помогли, от процветания бы камня на камне не осталось. Все отлично.
Ах ты, зараза. Ё-моё. Вот ты огнемёт. Бежал, ну ладно. Зараза. Что у меня с дубинкой? Фига, тут пулемет еще. Ладно, все. Погнали караться. Так, испытания мне еще. Еще двоих соединят, мы говорили. Ну, нам помочь, он чувачку. Yes.
Ладненько. Можно ехать дальше. Охота, сезон охоты. О, сейчас мне дубинку куплю. Я думал, я в ящик сыграю. Так. Обмен. Получится. Понадобится еще что-нибудь? Приходи. Взгляни, что у меня тут есть. Куропатка, что такая, что-то. Мясо птицы. Рейдеры перекрыли местным доступ к водохранилищу. Если ты выгонишь их оттуда, мы заодно заберем рейдерские тоннели. Нам помочь, чувачку. Давай, дружище. Так, что там еще? Рейдерский захват какой-то. Ну это потом пройдем. А испытание чего у меня там успеет? Убейте рейдера. Где бы их найти бы еще? Где кто стреляет? Я в атаку! Прикройте! Я слышал выстрел! Мед прошел, отлично.
Все, погнали дальше. О, может, они сейчас оружие можно быть. Эй, бро. Это карта только. О, как подкинул. Все, отлично, можно ехать дальше. Так, а дальше мы испытаем что там? Второго уровня уже. Дубинку, блин, первого уровня отправили. Бейсбольную биту. Что это за шар такой, сейчас мы его будем освобождать. Отлично, сигнализацию отключил. Мы бы и сами могли такое построить.
Отлично, освободили. Сообщили, что акула Башоу носится по округе с ребенком. Не нравится мне это. Может, проверить, что происходит? Люди видели, как он направлялся к серым прудам. Бита. Отлично. Так, второго уровня. Пистолет второго уровня, да, стоит? Пока оставлю. Можно будет разграбить, наверное, сейчас. Ну, давай разграбим. Так, теперь. Мне надо вот эти собрать 3 штучки. 3 штучки надо собрать, ну мы пойдем сейчас их соберем. Они снова заняли радиостанцию. Она забита этанолом, но сигнализация может оповестить штурмовиков. Или попробовать еще раз освободить. Давай еще раз попробуем освободить.
Там надо вон на ту вышку. Меня запалили. На, я разбился. Кабанчик, помогай мне. Займите их пока. Подкрепление на подходе. Поднимайся, дружище, двигайся. Сейчас. Ё-моё, надо за пулемет садиться. Давай, садись, блядь. Все, я умер. Долго думал, ладно, не надо было нападать. Понял. Надо шестеренки сходить собрать. Туда вот надо идти. Кабанчик бегает со мной. Ну, здесь надо было обыскать.
еще третью ленту надо найти. Так, все. Нашел здесь все. Ирвинс Молл. Что, надо идти? Пешочком придется идти. Надо идти. Надо бы тачку найти, конечно. Можно было бы на кабане кататься. Круто было. Как думаете? Так, теперь куда? Туда. Да. Здесь никто не ездит. О, кто-то едет. Нет никого. Ладно. Можно, кстати, на тачку сесть. Доехать. Там был. Нет, не было никого. Не, значит, там. Так, на это вам пост я не буду пока нападать. И хочу за люк. Точнее, не люк, а что это такое? А, фотографии, вот они. Фотку сделал, отлично. Что, поехали дальше. У тебя тяжелая рука? Тогда двигай на бойцовскую арену. Просто следуй указателям.
Что за задание? Бойцовская арена, так. Понял, сейчас там... Это на мост мы едем, я понял. Я там уже бывал рядом. Уникальное предложение! Вход на бойцовскую арену открыт всем желающим! Эй, Шныра! Давай. Ты, я смотрю, обиду таишь. Размером со штат Техас. Похоже, у нас с тобой одни близняшки на двоих, да? Не так давно они меня взяли к себе. Я типа их правая рука. Почти правая. У нас так, знаешь, я одалживаю им, они одалживают мне. Типа ты мне, я тебе. И теперь вот долг за мной, а я немножечко в финансовой заднице. И мне нужен вариант, чтобы раз и ноль проблем. Ну, вкратце так. На арене проходят бои, и мне нужен кто-то, кто там всех порвет. У тебя поставлен удар? Можешь долбануть так, чтобы искры из глаз? Измерим твою силу. Врежка по этой штуке. Я, когда попробовал, сломал ее нахрен. Посмотрим, что можешь ты. Так, мне вон туда надо. По этой хрени врезать. Твою мать! Вмазал так вмазал! Не хотел бы я от тебя в табло получить. Ладно, за дело. Ны-ка оружие. Ясен пень, мы не можем его взять с собой. И за мной. А как спрятать оружие, снаряжение? Ага, вот сюда. Ну же, это рядом. Йоу! И неплохим. Было дело. Даже отцепился, ладно, ты повезло. Блин, отцепился, хрена я. Ты по скалу прыгай. Ладно, сейчас обойдем. Случайно взял, отцепился. Пойдем, пойдем. Пришлось завязать. Я слишком сильный. Так врезал последнему, что тот аж мозг выпердил. Серьезно? Нет, серьезно. Он свой мозг. Поэтому я и ушел. Подумал, типа, у меня дар, но я не могу им управлять. Ну вот мы на месте. Иди внутрь, там тебя подготовят. Только будь паинькой и не смотри никому в глаза. Закончишь, я открою тебе дверь. Встретимся у склада оружия. Жадаем заду. В смысле, задаем жаду. Ага, понял. Это я где, интересно? Карта. Поговорить с помощником Ирвин. Да, я за тобой. Я знаю, что ты, к чему. Тебя же сам Ирвин, да? Идем за мной. Да ты ж, блин, терпится испробовать битву. Ну, тот удар, который выбивает зубы.
Буду лупить в лицо каждый раз. Это любого собьет с толку. Хилая плесень. Как белок пульсирует в венах. Слушай, для начала нужно придумать тебе кличку, чтобы знать, против кого ставить. Точно, конфетка. На лице написано, что конфетка. Решено, будет конфетка. Давай, иди, конфетка. А вот и последняя жертва засранца. Конфетка! Сладко тебе там придется. Аптечку надо взять. Че, мне против собак драться придется? Че за херня? Эта дубинка. Так, персонаж. О, первый уровень как раз мне надо качать. Разбойка. Аптечка, где она? Меня, кстати, проходит с ближним оружием, да? Да. Ай-яй-яй, быстрее, быстрее. Блин, дубинка сломалась, ё-моё. Так,
Так, испытание. Да. Отлично. Так. Пятерых из этого оружия, да? Второго ранга. Я думал, это мой. Так. Испытание я прохожу, да? Троих дальше, двоих. Сегодня нас ждет барбекю! Блин, огнеметчики, охренеть. Испытание. Еще одного завалиться там. Давайте своего чемпиона сюда. Вон он. Ни хрена себе он, вот этот чемпион. Чем настоящий, чем. А, быстрее. Мне надо какое-нибудь оружие взять. А, мне надо ждать. Блин, нет, мне не надо ждать, я не знаю, как его валить. По кругу вот так вот бить надо. Есть.
Так, испытание ты прошел. Ага. Выбраться теперь надо отсюда, да? Сейчас там что-то будет. Сюда. О, моя животинка стоит, ждет меня. Все, вышел. Ему надо дойти. Припасы какие-то обнаружены. Что там? Не знаю, ладно. Надо оружие свое забрать, но там. Просто, блин, невероятно! Думаешь, умный, да? Думаешь, ты крутой? Ну да, твою мать, таким ты и был. Круто бился. Я мог бы работать с таким мудаком, как ты. То есть мужиком. Мужиком. Мы таких дел наворотим. Великих дел! Великих. Пока даже не знаю, каких. Но придумаю. Можешь не сомневаться. Обязательно придумаю. Со временем. Мне нужно побыть одному и хорошенько все обмозговать. Так что давай, гуляй. Не могу думать, когда ты пыхтишь у меня на дух. Буду на связи. Отлично. Так, а где сумка? Вот. Испытание я прошел. Навыки. Я отлично прокачался. Так, теперь что мне надо испытать? Пистолет-пулемет, любитель второго уровня. Надо сделать. Второй уровень. Пистолет, пулемет, любитель. Так, не понял, что за пистолет, пулемет.
Ага, понял, как вот. Вот его надо. Меняем на огнемет. И что там еще надо испытать? Дробовик выбить от второго уровня. Понял. Вот это. Боеприпасы купить, все готово. С любезностями покончим. Ну и все, возвращаемся на базу. Близнецы получат свое. Миссию выполнили. Всем спасибо за просмотр, ребята. А мы возвращаемся на базу.